привет, народ. Второй выезд на Корфу в этом году. Вот, у нас несколько дней дожди шли. Я думаю, немного снег сойдет, растает. Но где я ходил, эти пятачки, в принципе, побольше места стало. Но вода, вот я смотрю, стала подступать. Сегодня с дочкой приехал. Жена работает. Так что с дочкой будем ходить. Такие вот точки пропикивать. А здесь сегодня находок побольше будет, поинтересней. Ладно, поехали, все вам покажу, все засниму. Первая находка, Било 70. Такая вот блесна, развалилась, правда. Все, забираем. Что-то сегодня ветерок прохладный. Солнышко вот ушло. Кстати, вот кто-то ходил, копал на днях, видимо. Я был, наверное, недели две назад. Из этой лунки что-то выкопал. Такая симфония 75. Сейчас на снег закинем. Блин. Сейчас посмотрим, что тут у нас выпало. Монетка. Ранний совета. Ох. 52-го года 2 копейки. Забираем. Так, еще кругляк выпал. Бьет железом. Я так полагаю, что это 10 рублей ходячка. Ой, как много ракушек у тебя. Да, 10 рублей ходячка. Весь уже прогнило. Все. Только выключился. Рядышком еще монетка. Это у нас 10 копеек 37-го года. Сохранчики будет, я так думаю. Рамочник. Вот уже находок побольше на одном месте, можно сказать. Но уже почти все прошел, особо опять копать негде. Вот около берега еще отошло, там пройдусь. Здесь монетка рубль выпала. А где рубль? Вот он рубль. В общем, ходим здесь возле берега. Мусора здесь, конечно, полно. Пробок всяких, вон шампура валяются, банки, крышки. Вот раньше здесь очень много монет советских собирали. С Лёха ходили. Лёха здесь даже кольцо золотое как-то цепанул. У меня пока одна монетка рубль выпала. Одни ходячки идут. Среди мусора трудно что-то цеплять. Такие дебри залез. В общем, здесь монет у меня выпала. По-моему, тоже ходячка. Это тротуарная плитка. Рубль. 2008 года. Все, пищит. Так, сигнал был 96. Но я знал, что империя здесь вряд ли попадется. И попалось 5 рублей ходячка. Берем. Что-то тоже есть. Все в мусоре. Да, трудно что-то найти. Ладно, буду рыться. Что будет попадаться, то буду снимать. СССР они попались, 15 копеек, рамочник. Ну, буду убита, год не увижу. Выбираем. Вот этот красивый камушек. Красивый камушек. Будешь брать? Так, а это твой посох тут лежит? Вот этот. Ага. Я его выкинул, потому что он мне больше не нужен. Да, замочек миниатюрный откопал, маленький. На, ведерко тебе. А только он потерял. Все, в общем, домой мы поедем. Дела еще надо делать. Рубль еще попался, я снимать не стал. И кусок 10-копеечной монеты советской. Ну и куча мусора. Ладно, до дома доеду. Находки покажу немного. Ну,
Будем ждать, когда дальше будет оттаивать. Макдональдс. Конечно, заедем. Куда мы без Макдональдс? Ну вот так по находкам получилось. Блесна на чем мыть совсем развалилась. Сгнила. Замочек такой маленький попался. Внутри пустой, только песок из него сыпется. Вот, 3 монеты по рублю, 5 рублей, 10 копеек, 15 копеек, 53-го вроде года. И 20 копеек, 2 копейки 52-го года. Еще кусок нашел, 10-копеечная, не знаю, то ли СР, то ли ходячка. Внутри кусок монет. Вот на улице у нас уже весна. Где-то, наверное, неделя прошла, как я копал. Вдруг сейчас время нашел, чтобы обзор снять. Ну и видео смонтировать. Завтра с Лехой вроде едем копать. Уже снег нормально потаял, так что, думаю, находки поинтереснее будут. Так что ждите скоро видео. Ладно, всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписывайтесь. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи!